своими действиями просто страну разрушить. Да? Вы об этом задумываетесь? Или вы хотите, или вы хотите только Россию в рамках МКАДа? Ну, вот я не хочу Россию в рамках МКАДа. Да, страну разрушила мой. Вы не знаете, что территории наши уже распроданы. Между прочим, территории наши перерастают. Вы откройте карту, откройте, пожалуйста, карту России. Только они называются турами. И после 2000 года. И уже сдают в аренду навсегда. И вы увидите, что карта стала России больше, площадей больше. Вот, у нас Крым прекрасный, куда можно даже сейчас поехать. Вот поехали бы лучше в Крыму погулять, чем здесь. Вот, ну зачем вы так грубо? Я с вами на «вы», а вы плевать мне на тебя. Разве вы с виду воспитанная женщина, а ведете себя неприличие? Я тоже русский, нет, я не сдаюсь. Нет, ты не русский, ты еврей. Почему? А вы антисемит? Вы просто так, вы антисемит?